Вечно шокирующая своими прикидами Леди Гага снова удивляет публику. То она приходит в романтическом платье, но в резиновых перчатках, то приезжает на красную дорожку на роботизированной лошади. Ну а на этот раз девушка приходит на музыкальную премию в одних трусах. То ли певица просто забывает надеть юбку, то ли это так и надо. Хорошо, хоть верх прикрыла, а то б совсем конфуз вышел.